Каждый медитирует по-разному. Я делаю различные коллажи из фотографий, сижу и бессмысленно собираю. Ну а в итоге получается что-то со смыслом. Хочу быстренько показать, как я это делаю. В абсолютно бесплатной программе, даже не программе, а в приложении, есть расширенная платная версия, но мне вполне хватает бесплатной. Вот, сейчас я покажу фотографию. Значит, была у меня вот такая вот фотография. И мне захотелось из нее сделать что-то поинтересней. Значит, в первую очередь я из нее сделал вот такую PNG-шечку. И дальше стал подбирать город. Захотел сделать что-то в японском стиле. Я стал подбирать разные фотографии, такие, сякие. Так. А, ну это уже следующий вариант. В общем, я подобрал город. И вот этот город. Программа, значит, сайт pixlr.com. Элементарно здесь все очень интуитивно можно разобрать. И поехали, что я делал. Значит, сначала я, соответственно, подставил фон. Очень важно в первую очередь подобрать фон. И этот фон должен отвечать всем световым схемам, которые у вас есть на фотографии, которую вы хотите вставить. И тогда получается действительно хороший монтаж, хорошая работа. Вот, к примеру. Значит, вот у нас по свету здесь цвета, да, видно, что здесь у нас освещено, здесь тень, собственно, как и здесь. Отсюда свет падает немножко вот в эту сторону на рюкзачок. Все, уже здесь тоже тень по ножкам. Сразу видно, что такое ощущение, что действительно она и стояла. Ну, понятно, что еще придает более реалистичность, это тень, сама тень. Вот, например, сейчас я покажу. Вот это у нас тень. Вот раз, да, и оп, тень. Это тоже немаловажно. Ну, естественно, нужно там, конечно же, подгонять по свету, по цвету. Я сделал все это в теплых таких тонах. Вот сейчас мы еще доработаем некоторые моменты туда направим. Вот, значит, а по цвету это вот так. Вот так у нас было. Явно, да, что девочка немножечко не отсюда. И вот тут явно, что она уже отсюда. Но мы сейчас еще вот здесь, вот где голова, добавим чуть-чуть сверху синего оттенка. И таким образом это будет прямо по-настоящему. Потом я подставил девочку. Потом я сделал немножечко цвета, так-сяк, подправил по цвету, значит, несколько там различных вариантов. Потом мне понадобилось, конечно же, сделать ее присутствие. А это уже тень. Вот у нас получилась вот такая тень. Сейчас я сделаю на весь экран. Вот здесь, правда, на бесплатной версии вылетает рекламка. Так. Вот, еще раз показываю. Поубрал тут различные моменты. Вот тень. После этого я подумал, может быть, сделать что-то поинтереснее. Кстати, здесь вот если вот вверху посмотрите, тут видно еще след от фар. Это следующий уже момент. Значит, потом я сделал собаку. Вот такую. И она смотрела не туда, куда мне нужно. У нее голова смотрела вверх. Я сделал от нее тень и потом еще сделал вот такую голову, чтобы собака у меня смотрела примерно в том же направлении, что и девочка. Дальше. Ну, тут разные копии собаки. Вере. Значит, дальше я сделал такой автомобиль. Вот я скачал авто. Значит, вот у нас собака, я ее тоже скачал, она была вот так, мне надо было ее повернуть, все вручную отрезал, естественно, потом вот такой автомобильчик, я его тоже вот так вот подрезал, и уже все это собрал вот здесь. Потом я подумал,
трубчик, чтобы пожёстче. Но подумал, нет, пусть у нас будет повар, повар-сомуист. Но это действительно повар. И у этого повара не хватало руки, не хватало ног. Я добавил, значит, вот такую лампу и решил сделать из него джина. Чтобы этот повар у нас был джином. Вот здесь появляется, значит, дымочек. Потом я добавил еще здесь дымочка. Потом добавил еще вот здесь дымочка такой синий. Важно, что вот эти блики, все синенькие, они отражаются вот здесь наверху. Так же, как вот у девочки здесь на волосах тоже блики. Потом вот... Потом у меня, значит, вот здесь не было руки, и мне нужно было ее добавить. Я добавил эту руку. Вот так вот нашел руку. И мне нужно было, чтобы он что-то держал. Я решил, что это будет ассоциация роботов с роботом. И дальше вы уже можете, в принципе, мысленно подумать и догадаться, собственно, о чем говорит эта фотография.